Так, добрый день. Вот сегодня 20 декабря. Сейчас к 5 часам должен уже будет трак прийти. Сегодня я вот убираю пустые, где были разбомблены осенью. То как бы так, чтобы пропасти, не пропали чисто, короче, вот которые разбомбили осенью. Там, где слабые были, где трутовки были. Вот видите, я их вот составил. Сейчас вот последние вот здесь осталось у меня 5 штук. То вот уже сегодня придет трак, завтра придет трак. Ну, к концу недели я уже буду примерно знать, уже все, наверное, в среду последний трак придет. То я уже буду знать примерно сколько отходов. Ну, как бы сейчас вот смотрю, примерно где-то, ну... Пока на сегодняшний день где-то около 10% примерно, ну это нормально. То, а вот посмотрите, как они здесь садят клубничку. Так вот пленочка, это для фреш маркета. Благодаря вот этой пленочке клубничка вся чистенькая, не в земле ничего, и они ее сразу в коробочке собирают. Укладывают так очень-очень красиво и продают. Вот посмотрите, какие грядочки ровненькие. Приятно смотреть. Здесь очень вот таких полей. Вот на горе здесь, там вот тоже все такое много, короче, это. Пчелка, вот посмотрите, как идет вот с эквалипта, вот она идет. Видите, они вот ее как бы прожигают специально так вот. И вот она пойдет. Она уже вот будет цвести. Это первый год она посажена. В том году этих грядок не было. А там вот, как бы второй год. Там уже есть цвет. И вот потихоньку, где-то она в марте месяце, в начале марта, ее уже очень много будет поспевшая. Она такая крупная, красивая и очень вкусная. Что интересно, да? Сама вот жопка зеленоватая, а вкусная. Очень хорошие сорта клубнички. То сегодня неплохой денек. Лучше уже стали пергу нести. Ну, на пыльцу еще летят. То вот они наши рыженькие. Это итальянка чернохвостенькая. Видите, вот пчелочка какая. Красивенькие. Да, нормально. Летают потихонечку. Ну, неплохо, как бы я так смотрю. Вот, смотрите, вот на полу чисто. Нету вот, чтобы там набилось пчелы много. За зиму осыпалось много пчелы. Нет, не осыпалась, не набилась. Так, а ну-ка, хочу показать. Видите, вот мурашики тоже греют. Надо перметрин взять и потравить их. Посмотрите, вот как они кушают. Видите, как коробочки окружили ее и кушают. Ну, вот этой вот лепешки им хватит где-то на 2 недельки. Это у нас отводочки не такие сильные. Ну ничего, они поднимутся. Они поднимутся. Мы же не даром сюда приезжаем. То... какая-то сильнее. Видите, они вот здесь уже вот, посмотрите, вот брали, да, посмотрите, они уже как вот снизу съели, а здесь вообще они угол уже вот съели. Посмотрите, какие красавцы, а. Ох, мои дорогие женщины, как я вас люблю, прекрасные, а.
отражает, они такие аж блестят. Видите, она какая лепешечка. Вот поставлю, они ее загрызут. Лепешки хорошо, очень хорошо. А это вот, видите, тоже слабенькая. Ну ничего, потихоньку, потихонечку подсилим. Есть чего подсилить, она там снизу, наверное, само гнездо, потому что это супер сверху. Мы как мед ставили, то... Ну-ка здесь, а что у нас? Ну, нормально. Хорошо. Посмотрите, какая красава. Да есть с чего подсилить. Потом расплодику подкинем. И будет нормально. Они пойдут. Видите, вот тоже уже угол, как они съели. Вот этот угол, видите, ровный, а тот красавчики наши, красавицы прекрасные. Кушайте на здоровье. Давайте, мне вас жалко. Это вот видите, вот это палец такой. Ну, нормальный. Давайте этот посмотрим. Так. А что здесь у нас? Мураши везде они. Здесь очень много мурашей. О, видите, вот байкарат залез. Ничего, берем его. Хорошая эта семеечка. Очень хорошая семеечка. Да. Видите уже, как они туда. И снизу они там, короче, вот как улочки идут. Они также вот снизу, короче, прогрызают насквозь. И потом, короче, со всех сторон сразу едят. Красавцы наши, девчатушки. Слава Богу. Ну, уже немножко осталось еще. Вот это, я же говорю, эта неделя. Вот это вот, наверное, тоже послабее. Да, чуть-чуть послабее. Но ничего, меду много, очень много меду. Надо будет кое-каким попоставить рамки под засев, потому что немножко мы их переборщили, перекормили, короче. Ну ничего, это вот это супер дип, а вот это вот уже два рутовских дипа идут. Видите, мурашей сколько, они тоже греются. Ну я куплю перметрин и в росинку, только побрызгал, они сразу гибнут. Смотрите, этот раз мы лепешки сделали с этим детское питание Семилак. Хочу попробовать, ну как, мне привезли бесплатно таких килограммовых банок, наверное, сколько же, да, наверное, банок 60 привезли, короче. То нормально. То, вот атоликины, пчелочки. Тоже мурашики. Вон. Да. Пока приедем, они уже все эти лепешечки посъедают. То, ну вот
такая вот пчелочка, она спокойная, ничего, нормально. Нормально. Как-то вот уже вот сколько лет я пчеловодничаю, я же говорю, вот у меня один раз только, ну, воротос заел. Один раз только вот 15% отошло из 1500. Даже 1600, наверное, было. А осталось у меня... Нет, с 1500, 300 семей отошло. С 1500 осталось у меня, короче, это... 1200 я на опыление выставил. Это нормально, 1200 примерно. Нормально это. Посмотрите, какие красавцы, а. Вот девчаточки наши. Хорошенькие вы. Добренькие.